пошло. Выключать. Так, начнем сейчас узор вязать. Две оставляем. Линейку берем. Так. Так. Пробуем 6 рядов вязать. Раз. Так, так. Тут у меня неправильно. Два. Три. Четыре. 5, 6. Сделали 6 накидов. Так, рычага ставим в работу. Провязываем. Вот тяжело вяжет. Ну-ка. Придется 4 все-таки делать. Поможем. Угу. Вот так. Рычаг выключаем. Каретку назад. Так, теперь другие иглы выводим. Через одну. Так, сейчас. Так. Ну, будем делать 4. Раз, два, три, 4. Не хочет моя машинка 6 накидов провязывать такой ниткой толстой. Так. Это у нас узор будет сотый. Упрощенный вариант. Рычага не забываем включать. Провязываем. Выключаем рычаг. Провязываем. Теперь другую группу игл выводим. Нерабочая, передняя, нерабочая. Или задняя. Разницы нету. Так, 2 оставляем. А, это через 2 получается. Вот так вот. По новой. Так. Делаем 4 накида. 4 ряда кареткой. Рычага не забываем. Так, и отключаем. Каретку ведем назад. И опять меняем группу игл через одну. Так, это я отключила. Вот так. Сейчас опять. Так. Это я вручную. Делаем еще 4. Сейчас сделаем, я покажу узор. 2, 3, 4. Ага, убежала у меня крайняя. Назад мы ее ловим. Так, так. Прикольный узор. Ага. Так. Поймали и провязали. Сейчас рычаг А включаем в работу. Ой. Так, вот не забывать от веса перевешивать, потому что не провязываем. Рычаг А выключаем. И так будем вязать до конца шапочки. Вот такой узор будет. Это с левой стороны. Ну, ложный сотер называется. По 6-то оно симпатичнее, конечно, получается. Но, видите, машина не хотит вязать у нас. Тяжеловато. Ниточка толстая.